Всем привет! Сегодня поедем из Норвегии в Польшу. Да, вот, не пикайте мне здесь. Мне так нравится. Короче, в одиночной игре из Бергена в Гданьск понарушаем. Ну, захотелось понарушать. То, что в мультике не оторвешься. А здесь самое то. Скорость превысить захотелось. Блин, там 110 едешь постоянно. Приелось. А тут и 150 можно. Как говорится, и 160 при желании, там с горочки. Так что подрезать будем всех, кого сможем. Нарушать будем все, что можно. Ну, все, что можно в рамках разумного, конечно. Одним словом, просто от души оторвемся. Ехать чуть меньше 1500 километров. Чё тут торчишь? А, он тормозит. Сыти, да? Хотел я убрать этот вот навигатор игровой, который стоит. Но без него некомфортно что-то мне. Да и без зеркала тоже. Все время вот так вот, типа башку вертеть, что ли. Нахрен надо. Вот это кайф. После мультиплеера просто круто. Ну, может кто-то и не согласится, не знает. Двигайтесь прямо. Но скорость 110. Это слишком мало. Задел мелкого, что ли, блин? Да хрен с ним, не забанят. €93, проезд оплачен, все нормально, как говорится, талон возьмите. На кольце первый съезд. Сейчас съедьте. Какие-то, блин, туннели. Мост. Ну-ка, дай-ка я тут погляжу что-нибудь. Ну да, красота. И вода прикольная. Красиво, ничего не скажешь. Ну только вот туман вот этот. Ну, видимо, так сделано. Чтобы детально не разглядывать. А может, это темнеет просто вечер. Вечер это, конечно, хреново, блин. Ну и ладно. Думаю, вечером красиво будет. На кольце первый съезд.
Сейчас съедьте. Да съехали уже. Давно я в одиночке не катал, давно. Все мультики, дорога дураков, блин, да я ж говорю. Да вокруг нее. Что-то дорога пустая. Есть жизнь на Марсе, да? Не моргай мне здесь. О, первое нарушение. На, блядь, знак. Сука, если бы он не притормозил, так как урод. Красный горит, нам похер. Сколько у меня урона-то, блин? 10%, офигеть. Это серьезно. Автосервиса на дороге не хватает. Ну, на трассе. Гася там петля. И стойка вот эта, бля, мешает, широкая. Давай, ты, полицай. Сука, вот на таком повороте именно, а? Обгонять его. Хер с ним. Зато, я же говорю, не забанят. Можно дурака повалять спокойно. Давно хотелось. Сейчас на трассу прямую заеду и дело пойдет. Где Вольво, что ли, какая-то? Опять что-то там медленно ползут черви. Что, ехать не будете, что ли? Как хотите. Такс. 48 часов. Ну, хрен с ним, ладно. Хотел я ночь пропустить, но пофигу. Поеду ночью. Думаю, ночью неплохо будет выглядеть. Ночью тоже можно развлечься. Речка какая-то. Бля.
Приготовьтесь к повороту направо. Да что ты будешь делать? Поверните направо. Себе моргни. Ослеп, что ли? Ослепил я его, блин. Да что-то там опять петля какая-то. Посмотри, подрезать некого. Засал. Все, сейчас тут типа с горочки, да? Сейчас разгонимся. Вот этих вот двоих нахерачим. Сто сорок. Моргай, блин. Чё, слепит, что ли, сильно? Я вот так не думаю. Чё-то говно какое-то на дороге. Блять, я хотел туда съехать. Сука. Ладно. Не, прикольно было бы, если бы туда слететь. Я хотел. И этот... От третьего лица, то есть слетаешь, и от третьего лица тебе показывает, как машина туда сваливается, там мнется, разлетается. Прикольно было бы. Но фокус не удался. Ладно, поеду. Поеду дальше нарушать. Встречки не будет. Чё-то нету. Сто сорок шесть.
Ну, 150 давай, бля. Не дал. Двигайтесь прямо. Двигаюсь. Ты не подтормаживай, бляха. На кольце первый съезд. Серьезно? Сейчас съедьте. Город какой-то. Нет. Река какая-то. Хрен ее знает. Ну, порт какой-то. Держитесь правее. Блин, там по встречке едут, здесь ничего, никого. Съезд справа. Поверните налево. Блин, надо посмотреть. Чтобы никто в меня не въехал, так машину раскурочил. Да нет никого. На кольце первый съезд. Сейчас съедьте. Знак. А нахрен он нужен? Я люблю знаки позбивать. Вон ФС-ки, например. Ш любимые занятия. Че ты, блядь, здесь одни туннели-то, а? Девятьсот шестьдесят восемь километров еще ехать. На кольце второй съезд. Сейчас съедьте. Уже съехали. €14 оплатил. Держитесь правее. Нифига себе тут. Сейчас развлекуха пойдет, сейчас эти клоуны будут траекторию своего полета менять, ну то есть полосу движения. Блять.
Вот это круто. Вот это вообще по кайфу. Не то, что в мультике там, блин. Аккуратнее везде. Кого бы не задеть. Вот веселуха. Вообще прям вот отдыхает душа. Чего у него стопы горят? Чего вы тормозите? Никого же нету. Бля, еще что-то. Все, не слава богу, у вас тут ребята. Чуть мента не догнал. Этот отбойный молоток работает. Мент. А, 150, наверное, меня не выжмет, потому что у меня все-таки урон есть. Ну и ничего. Давай, 13-й передачи нету ни хрена. Двигайтесь прямо. Опять тут все не слава богу. Блять, еще бочка едет. Ты сука, ты че оборзел, блять, что ли? Че творишь? Бан тебе. Еще впереди кто-то едет. Давайте, ребята, поплотнее там. Скучкуйтесь немного. Это караванец этот. Мелкотня едет. Двигайтесь прямо. Да двигаюсь, двигаюсь. Прямее уже некуда. Еще раз так этот. Девка вот эта вот. В навигаторе. Хватит вилять, типа, хватит, хорош там в шашки играть. Левее. Хорош в шашки играть, едь ровнее. И 13 урон, блядь. Надо заехать, отремонтировать, что ли? Так, где у нас ближайший город-то есть?
Вот мастерская. Хорошей работы. Серьезно? Куда лезешь? Куда лезешь, я тебе скажу, уйди отсюда, бля. Уйди отсюда, бля. Слышишь? Держитесь правее. Затем съезд справа. В городе тоже ограничений скорости нету. Вообще отлично. Съезд справа. Приготовьтесь к повороту направо. Да я готов. Поверните направо. Держитесь левее, затем поверните Блядь, налево. Блять, левее, ну вот левее. Еще левее держаться, что ли? Поверните налево. Приготовьтесь к повороту налево. Готов. Поверните налево, затем поверните налево. Поверните налево. Развернитесь. Да ну нафиг. Ищу новый маршрут. Где я ещё не отремался? На 23 700, бля, охренеть. Я в мультике столько не ремонтируюсь, блядь. На такие суммы. Ну разве что кто сильно уж врежется там. Стоп, блядь, чуть выезд не проехал. Чё молчишь-то, девка? Поверните направо. Давай, затем падла. Поверните направо. Поверните направо. Приготовьтесь к повороту направо. Блять, на следующем, что ли? Чё, куда едешь? Поверните направо. Блять, пожарка, сука! Хрестил, я не посмотрел налево. Ну, в мультике, да, я так, конечно, не делаю. Там всё-таки аккуратнее я смотрю. А тут... Для этого я тут и, ну... Держитесь правее, затем поверните направо. Запустил, как говорится, одиночку, чтобы именно так и поразвлечься. Поверните направо. Короче, просто повеселиться, поприкалываться. Только с ремонта выехал, блядь, опять. Сломалась машина вся. Сбить тебя, что ли, блять, мент.
прикольно, если бы они это динамичные все-таки были, врезаешь, чтобы бумс, он улетает нахрен. Или в них врезаешься, и машина прям улетает. Держитесь правее. Да держусь. Съезд справа. Ну что, поедем, нет? Че как медленно? Да куда, ребята, потом? Налево, направо. Ну один налево, другой тоже. Прикрывайте меня тут. Тут 82 километра еще ехать. Красота. На кенгурятнике и на крыше у меня фары не работают, я их отключил. А то отсвечивает слишком сильно, хрень какая-то получается. Ну, блядь, дождик не вовремя. Между ними протеснуться. Блин, 4:35. Двигайтесь прямо. Солнышко, восход. Блять, так и думал, сейчас на встречку вылечу. Сука. Солнышко светит, дождик идет, что-то как-то странно. Вода голубая. Голубая луна. Двигайтесь прямо. Да двигаюсь, куда еще примеет. Фига себе, там поток идет, почему у меня такого нету? Вот я бы их тут сейчас расшугал бы. Держитесь правее. Блин, опять поворот. Ён, чё, пинг, нифига себе. Съезд справа. Я вижу. Они тоже налево, да? Точнее, не они, а, блядь, ещё тут какой-то клоун. Блять, ой, хера себе проскочил, сука. Наглец какой, а. Держитесь правее, затем съезд справа. Вот хочется все-таки, чтобы трафик понаглее съезд был. Справа. Немного тоже нарушал там. ДТП совершал все-таки. Не так, как, блядь. Как называется-то. Поверните налево. Чтобы он ехал по заданному маршруту, там, знаки, иногда соблюдал там. Иногда хочется, чтобы трафик тоже нарушал. То есть, не какие-то свои выполнял заданные алгоритмы, блин. Например,
знак 70 стоит, а он раз там подрезает. Там 110 летит, там 120, например. Так веселее будет, как-то все равно живее. Куда, бля, летим? Наглый мусора. Выруби, блядь, свет. Километров еще. Но мне там где-то, по-моему, Привет, через море. Прямо. Да прямо где-то через море или через по железной дороге. Хрен его знает. Я думаю, надо все-таки почаще катать в одиночке. Для разнообразия, чтобы этот, ну не знаю, в мультике было интересней, что ли. Че-то, блядь, там дядька помирает, а он поворачивает. Приготовьтесь к повороту налево. Готов. Век шо, век. Блин, поверните налево. Никто. Солнце светит прямо в глаз. Ни хера себе жара. Сколько градусов за бортом? 10, 19, 19. Ну тоже вот я не люблю вот эти солнечные лучи, может кому-то они реальны, кому-то нереальны. Мне вот они нахрен не нужны, я их обычно убираю. В принципе мешаются. Так что здесь дело вкуса, как бы. Мне вот нахрен они не нужны. Блять, дождик не закончился еще. Не, а прикольно так, красиво. Ничего не скажешь. Двигайтесь прямо. Да двигаюсь, двигаюсь. Двигайтесь прямо. Двигаемся. Хера себе тут ДТП. Кончился, что ли? Сто сорок восемь, 149, 150. Все-таки дал я 150. Деревушек побольше можно было вдоль трассы сделать. Блять, красный Двигайтесь горит. Двигайтесь прямо. На кольце третий съезд. Серьезно? Бля, я так съеду. Сейчас съедьте. Уже съехал. Двигайтесь прямо, затем поверните направо.
Поверните направо, затем продолжайте движение прямо. Такс. Двигайтесь прямо. Дай-ка я заеду, отремусь, раз уж я попал сюда. Изменение маршрута. Да не изменение, я тут ненадолго. Колеса ноль. Поехали. Ну, чувачки херней занимаются. Народ. Что делаем? Херней страдают. Закрывайся, блядь, ты. Поверните направо. А то сейчас вхерачит какой-нибудь пожарник. Двигайтесь прямо. Поверните налево. Ну-ка, блять, расступились. Вот именно что. Едут они тут. Там автобус едет. Да мне наплевать. Просвистел тут. Аж меня покачнуло так. И ветер такой. Фу. Там он море, блин. Приготовьтесь к повороту налево. Приготовьтесь к повороту на море. Поверните налево. Поверните на море. Блять. Здесь тупик. Так вот этот достает мышки вертеть. Прицеп задел, блять. К дыня. Ну, к дыне-то к дыне. Вычисление нового маршрута. Polaris Line. Polaris Lines. Титаник. Поиск нового маршрута. Да нехрен тут искать. Ой, блин, осталось, короче, копейки. Ну, блин. Так неинтересно. Приготовьтесь к повороту налево. Да я готов. Поверните налево. Ну-ка, блядь. Сука, поехали они здесь. Чем, блядь, зеленый не успел загореться. Они уже ломанулись. На кольце первый съезд. Сейчас съедьте. Съехали. На кольце второй съезд. Первый съезд, блядь, второй. Блядь, съезд. Сейчас. Ой, блядь, автобус, сука. Гадина. Вот урод, блядь, не смог затормозить, что ли? Падла.
говнюки. Держитесь правее, затем съезд справа. 5 машин раскурочили. Ну, естественно, мультики я бы так не делал, конечно. Съезд справа. А тут по кайфу. Поверните налево. А самое главное, в городе вот ограничения нету. Двигайтесь прямо. Бля, не дают прямо двигаться. Блять. Красный горит. Все, блять, ваша сказка закончилась. Моя очередь ехать. Двигайтесь прямо. Ну да, моя главная. Поверните направо. Мы прибыли, конец пути. Отлично. Гданьск, Гдыня, ёперный театр. Ох ты, вон куда поставить надо, блин. А я что-то залетел, думал, сейчас между этими вот здесь. Чет, я тут закривился. Блять, проехал. Вот как-то так. Ну, в общем, ладно тогда. На этом все. Всем удачи и всем пока.